Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил записать для вас бесплатный вебинар, на котором я хочу рассказать про свою работу, которую я выполнил и хочу с вами поделиться. Это моя онлайн-школа или онлайн-курсы, как хотите, можно это называть, по устройству стальной фальцевой кровли. Стальная фальцевая кровля делится на одинарный фалец и двойной фалец. Сейчас больше и престижней фальцевая кровля, которая двойной фальц, 25 мм. Зарплата кровельщиков после того, как они осваивают эту специальность, 250 тысяч рублей. Свой курс, видеокурс, у меня состоит из четырех модулей. Первый модуль – это устройство карнизного свеса, на котором который можно делать четырьмя способами. Но самый распространенный способ – это срез полукруг, вот как здесь показано. Второй модуль – это устройство конька. То есть мы будем изучать, как правильно с ослаблением фальца делать коньковый гребень. Третий модуль – это рядовые картины. Рядовые картины я подразумеваю под этим, как они устраиваются, то есть как они укладываются на кровле, на крыше, как эта кровля потом. Есть у нас лежачие фальцы, двойные, одинарные. Это будем все разбивать. И четвертый модуль – это обход каминной трубы. Ну, в данном случае здесь указано по-шведски. То есть это что-то среднее между по-немецки и по-фински. То есть сначала устанавливается две картины, если позволяет ширина каминной трубы. И сначала на скате делается вот эта часть, то есть обход каминной трубы. А потом начинается работа с правой стороны и с левой. Для кого этот курс? Этот курс предназначен прежде всего для... Я его так разрабатывал для школьников, старшеклассников. То есть для молодых людей, которые начинают свою жизнь, которые хотят в этой жизни начинать хороший стартап, которые умеют работать руками, но не только руками, но и головой. Вот для этих категории людей, для этой целевой аудитории у меня является наипервейшей. На втором месте у меня строительные фирмы или индивидуальные предприниматели. А в строительных фирмах могут работать как плотники, это близкородственная специальность для кровельщика, плотники, ну и альпинисты, ну и любые строительные рабочие, которые желают освоить эту специальность, у которых, например, есть склонность к этому, они давно об этом мечтали, и теперь вот есть возможность. Для тех кровельщиков, которые, например, делают металлочерепицу, или металлопрофиль, или шифер,
Они тоже могут освоить эту близкородственную специальность. Многие, кстати, хотят освоить эту специальность, но нет возможности доступа к ней. Вот для этих категорий строительных рабочих у меня как раз это курс и написан. Для того, чтобы вы понимали, как красиво выглядит кровля, вот здесь на слайде указана крыша, которую мы делали в Ленинградской области. Была задача убрать шиферную кровлю, тем более она подтекала вот тут вот в нижней части, потому что шиферу около 40 лет уже было, и с другой стороны подтекала эта крыша. И было решено заменить на пальцевую кровлю, на пальцевую кровлю кварцит красного цвета, очень красивая кровля, она на солнце блестит такими блестками. Вот это простая двускатная крыша, хотя угол ската тут, конечно, больше 50 градусов. Ну, что я могу сказать о себе? Я более 35 лет как занимаюсь пальцевыми кровлями, наверное, даже и больше. Работал рядовым кровельщиком, затем я стал техническим директором. Живу в Санкт-Петербурге, сотрудничаю со многими известными торговыми и строительными компаниями в России и могу проконсультировать по вопросам покупки пальцевой кровли, где можно заказать готовые картины, где можно взять в аренду пальцепрокатный станок или кровельный станок, как говорят. Ну и могу поспособствовать, порекомендовать кровельный инструмент для работы с пальцевой кровлей. Ну, как вы все знаете, кровельщики, они как были в дефиците, так и остались. Тем более кровельщики, жестянщики, это на вес золота. Это высокооплачиваемая дефицитная профессия. И я знаю, что на прошлый год дефицит кровельщиков в Санкт-Петербурге — это колоссальная цифра, 40 тысяч не хватает кровельщиков в Санкт-Петербурге, 40 тысяч. Поэтому работы много, протечек тоже хватает. И вот такая плачевная ситуация. По окончании обучения вы получите стабильный, быстрый карьерный рост. Мои ученики, которых я обучал офлайн, проходили у меня обучение, и их с удовольствием брали строительные и кровельные фирмы. Сразу их там замечали, и, соответственно, потом я узнавал, как у них дела. Они, естественно, быстро росли до бригадиров, до технических руководителей отделов. И многие стали, потом решили открыть свои кровельные фирмы и работать уже на кровле. Ну, для того, чтобы начинать кровельщику молодому юноше или мужчине, который отслужил в армии. Ну, это одна категория, но здесь еще можно начинать мощный стартап, как я уже говорил. То есть вы можете после того, как обучитесь, ну, конечно, я так только даю вам базовые сведения, базовые навыки, но они правильные. Укажу, куда дальше копать, как это говорят. Вот, и вы
можете, конечно, если у вас склонность есть к организации своего бизнеса, можете организовать кровельную фирму, специализированную или строительное домостроение. Если вы домостроитель, имеете другие строительные дефицитные специальности. Ну, не говорю, что кролички, я уже говорил, что кролички получают хорошую зарплату. Конечно, если вы начнете учиться и постигать эту специальность, и это первые шаги, которые вы сделаете на этом поприще, я, конечно, для вас буду как трамплин, как такой помощник, знаете, опытный товарищ, и посоветовать, и пообучать. И по окончании обучения, конечно, вы почувствуете разницу в зарплате, то, что было у вас раньше, если вы работали плотником, или, например, вы потеряли работу, работали руками, например, такая, например, токаря у меня, вот учились бывшие слесаря. И, конечно, вы почувствуете разницу и начнете зарабатывать, и возможность купить дом у вас, если у вас такая есть мечта или задача, если вы семейный человек, снимаете квартиру, конечно, такая задача будет решаема. Ну и, конечно, кролички – это работа для настоящих мужчин. То есть здесь, если вы такие, ну, ребята, можно сказать, мускулистые, такие у вас какие-то спортивные задатки, то это все приветствуется. И работа кролищика, она тяжелая. Почему зарплата высокая? Потому что мы на крыше не загораем, мы там работаем. И приходится работать от зари до зари. Вот я, когда выезжаю на объект, обычно это за городом, то я работаю по 12 часов. И даже хозяева, заказчики говорят: Александр Васильевич, надо вам прекращать это дело, потому что уже темнеет, или уже темно, но иногда увлечешься и работаешь, не замечая за временем. Ну, по окончании обучения, конечно, вы сможете не только купить дом или купить машину и вообще все, что вы захотите, потому что у вас появятся деньги расплатиться с долгами. Ну и возможность путешествовать. Я знаю, что многие мечтают, особенно молодые мужчины, которые недавно женились, они хотят своей любимой девушкой, или, может быть, которая уже стала женой, путешествовать. Вот такую возможность вы, естественно, получите. Ну и если вы все-таки захотите прийти учиться ко мне на мой онлайн-курс, то я предлагаю вам три варианта. Базовый курс, он стоит сейчас 18 тысяч, но в связи с ухудшением ситуации в стране можно, конечно, снизиться до 12 тысяч рублей. Особенно это касается школьников, особенно касается плотников, альпинистов, ну и близко родственных кровельщикам специальностей. Оптимальный у меня стоит сейчас 28 тысяч, но по 18 тысяч я готов оптимальный предлагать, но за 18 тысяч я готов обучать именно очень таких настроенных, заточенных парней, которые, ну вот, ну нету денег, а вот очень хотят обучиться. Это небольшое количество в процентном отношении с большой скидкой, ну может быть это 5% от всех. Так у меня оптимально сейчас видеокурс стоит 28 тысяч.
Ну и премиум курс, это индивидуальная работа, 36 тысяч, но он сейчас у меня стоит 40 тысяч. Можно тоже для людей, которые хотят работать и научиться прямо из первых рук, то можно тоже немножко скидку сделать и за 36 тысяч обучение проводить. Но в связи с ситуацией с коронавирусом, с короной кризисом, к сожалению, я сейчас оптимальный премиум временно прекращаю до прояснения лучшей ситуации. Ну вот, базовый курс ходят видеоролики обучающие. Они записаны на флешке 8 гигабайт. И они позволяют, вот как я, предыдущие уже у меня были слайды, 4 модуля, они полностью закрывают эти темы. Ну и альбом выкройки картин, это выкройки картин натуральную величину, которые сделаны мастерами пальцевой кровли, двойной стоячий пальц 25 мм. И вы смотрите видеоролики, работаете с выкройками картин, делаете уже из бумаги то, что вы увидели на видео. Таким образом вы постигаете все тонкости и азы пальцевой кровли. Оптимальный курс уже у меня, ну и как я говорил, сейчас я от него пока отказался, потому что на оптимальном тоже требуется мое большое участие иногда, поэтому на будущее, если все будет хорошо, я открываю обучение по оптимальному тарифу. И в оптимальный тариф входят те базовые видеоролики и выкройки картин, которые были в предыдущем тарифе. Плюс мы изучаем премиум видеоролики, те, которые не вошли в базовый. Ну и здесь, чем отличается оптимальный от базового, проверка домашних заданий. То есть это курс у меня выложен на платформе учебной онлайн. И вы можете там еще получать домашние задания, я их буду проверять. И таким образом вы будете продвигаться, пока не сделаете задание. Первое, второе, третье урок дальше будет закрыт. Вот для тех, кто купит оптимальный, у нас своя есть закрытая группа ВКонтакте, в которой можно будет... Вы все можете там познакомиться, помогать друг другу. И таким образом это дополнительная информация и стимул. Ну, что входит в премиум, это все, что предыдущие два тарифа. Ну и плюс проверка домашних заданий лично. Закрытая группа ВКонтакте, это уже... было. И для тех, кто премиум, у нас будет телеграм-чат, в котором мы сможем в закрытом тоже режиме обсуждать, обговаривать все проблемы, которые вопросы, которые возникают. И плюс здесь плотные личные консультации, то есть все, например, какие-то вопросы, которые назрели, которые надо решить, показать, объяснить. Вот, будут иметь от меня личные консультации, то есть напрямую я буду обучать курсантов. Ну, для того, чтобы обучаться эффективно и
быстро. Значит, для этого существуют специальные формы, которые я разработал при общении с курсантами. И они действительно только для оптимального и премиум, которые пока временно закрыты. Но на будущее я расскажу, где и как мы будем работать. Прежде всего, это у нас для тех, кто купит оптимальные и премиум тарифы, у нас будут онлайн-занятия. Онлайн-занятия подразумевают я с собой занятия в коуч-группе, так называемые. То есть вы, например, какой-то вопрос вам непонятен, набирается таких 2, 3, 4, 5 человека, и мы проводим онлайн-занятия для всей группы. Ну а премиум тоже можно отдельно, это уже отдельное занятие для одного человека, поэтому разница между оптимальной и премиум разница. Плюс мы имеем еще записи занятий. То есть все занятия, которые мы проводили онлайн дополнительные, вы получаете эти дополнительные записи занятий. Это тоже хорошая помощь. И вы тогда можете их брать как дополнительный материал. Ну и немаловажно, что у нас будет закрытый чат. То, что я говорил, это может быть два вида, или мы, если по оптимальному, то это у нас будет в телеграм-канале, а для оптимального тарифа это будет закрытая группа ВКонтакте. Группа в соцсетях. Вот у меня группа в соцсетях есть открытая, это онлайн-школа, онлайн-курс «Фальшивые кругли», ну так же, как у меня в YouTube называется, так же и тут. Есть закрытая группа, вот эти две группы, у них будем обучаться. Ну и самое главное, что для вас, конечно, будет очень эффективно, это видеоуроки. Видеоуроки для премиум учеников, для премиум курсантов будут дополнительные. То есть есть много типовых узлов, которые редко употребляются или они, может быть, недостаточно освещены в базовом видеокурсе. То есть видеоуроки дополнительно будут записаны по необходимости для курсантов премиум тарифа. Ну и дополнительные материалы, это материалы, которые, например, есть на иностранных языках, которые нужно до вас доводить, есть мастер-классы мастеров, действительно, немецких в основном. И вот эти дополнительные материалы мы тоже будем изучать, анализировать, чтобы у вас образовалось такое, ну, я это называю кровельное мышление. Ну, скидки для тех, кто дослушал этот вебинар до конца, конечно, будут скидки, они будут зависеть от того, кто это покупает, поэтому обращайтесь. Ну и 20% скидки это для тех, кто до конца досидел этого вебинара, этого открытого урока. И если у меня, я вначале говорил, что 18 тысяч у меня сейчас стоит мой базовый курс, то две категории. Тех, кто смотрит этот вебинар, вы будете
говорить, что я вот видел ваш вебинар, поэтому у меня скидка. Значит, от этих 18 тысяч, а 12 тысяч – это стоимость для школьников, которые могут купить, я вам даже такой вариант предлагаю, вот школьники, они могут 2, 3, 4 человека скидываться и купить этот базовый видеокурс. Ну, базовый видеокурс для школьников будет тогда 10 тысяч рублей. Ну, оптимальный премиум пока из-за коронавируса временно пока закрывается, закрыт, приостановлен. Ну, а базовый курс, пожалуйста, покупайте, если вам это было интересно. Для того, чтобы со мной связаться, пожалуйста, мой телефон 7-911-239-84-57 и пишите, задавайте вопросы, какие у вас появились на мой электронный адрес повышачник@yandex.ru. И я хочу ответить уже на ваши вопросы, которые возникают у вас. И чтобы ответить на часто повторяющиеся вопросы, я решил на них ответить. Ну вот, некоторые обращаются, звонят, пишут: «Я слишком молод». Ну, понятие «слишком молод» – это относительное, поэтому для кроличьих работ годятся мужчины. Хотя вот на Западе, на загнивающем, как говорится, там сейчас, я знаю, работают не только мужчины, но и женщины молодые, кровельщицами. Но пока в России до этого не дошло, может быть, лет через 10-20 дойдет. Но сейчас в России, если вам 17 лет, то есть вы, если учитесь в 10 классе, вот, можете работать 17 лет на крыше, обучитесь. У меня обучение 2 месяца. Через 2 месяца обучаетесь, работаете на крыше, вам 17 лет. Поработали один сезон учеником в хорошей бригаде, я вам посоветую, у кого работать. Вот. И на следующий год вы уже фактически такой, знаете, не ученик, а подмастерье. То есть вы как бы еще и не мастер, и не ученик. Соответственно, пожалуйста, вот слишком молод, 17 лет, можно начинать работать. Ну, очень часто, да, очень хороший вопрос, если мне не дано. Были у меня ученики, которые учились, старались, но сами понимаете, один у меня такой был товарищ, молодой парень, все, красавец, мускулатура, но он бывший учитель начальных классов, то есть он работал учителем. Ну, говорит, ну что я, говорит, буду в школе, там не платят, зарплата маленькая, отчетность, надоело мне это все, хочу вот зарабатывать. Ну, пожалуйста, ну, работай. Ну, понимаете, вот я уже говорил где-то в моем видео, что опыт показывает, это причем практический опыт, я его не придумал. Из 10 человек хорошо, если трое подходят для работы кровельщика. Потому что не дано. Ну, конечно, не дано. Вот, если вы не любите работать руками, если вам не нравится геометрия, если вы не любите вот это вот копаться, знаете, вот в этих вот фальцах, понимаете, они маленькие, 8-10 миллиметров, вырезать, выкройки картин. То есть это больше похоже даже у кровельщика вот современного, работа на портного такого по металлу. Я бы так назвал, что хороший мастер, пальцевик, это как модное слово, в
пальцевик. Да? То есть он вот мастер по пальцевой кровле. Это портной по металлу. Портной по металлу. Вот если вам это нравится, работа портного, пожалуйста, милости просим. Ну, вопрос такой. Если у меня нет времени. Вот для тех, у кого нет времени, это самый хороший вариант приобрести базовый курс. По базовому курсу у меня там есть, по-моему, максимум 5 бесплатных видеоконсультаций по скайпу, где я объясняю, если какие-то вопросы возникают, как обучаться, какие-то, может, нюансы непонятные после того, как вы купили, посмотрели, что-то непонятно. Вот это для тех, у кого нет времени. У кого много работы, они вот не знают, вот никуда ездить не надо, понимаете? Вы купили базовый курс, купили альбом, выкройки, купили флешку, все это базовый курс, смотрите, обучаетесь. Ну, вот я скажу так, что 90% тех, кто смотрел вот базовый курс, вот у меня купили и обучали, всем все понятно. 90%. То есть 10% я не исключаю. Может быть, что-то будет и непонятно. Потому что все-таки это курс для тех, кто привык работать руками. А рабочие специальности, они, ну, как сказать, они настолько привыкшие работать и головой еще, и руками одновременно. То есть они, им легко будет разобраться в этом. То есть для тех, у кого нет времени, пожалуйста, смотрите этот видеокурс. Свободное от работы время, в удобном темпе. Получайте бесплатные консультации от меня, 5 штук. Если не хватит 5, пожалуйста, у меня 1500 стоит 45 минут. Но я думаю, что если вы пойдете и вам это все зайдет, эта вся кругля, пожалуйста, это небольшие деньги, я вас уверяю. Так что, пожалуйста, флаг в руки, нет времени. Отличная история. Покупайте базовый видеокурс. Вот сколько времени, да. Значит, время обычно в среднем уходит 2 месяца. Но здесь нужно сказать, что обучаться, это не то, что вы, вот вы посмотрели как видео, да, ну там что-то с бумагой, с бумажными выкройками покрутились, нет. Значит, нужно работать интенсивно, то есть, ну, где-то, может быть, через день, я не знаю, кому как, у кого ведь темп у всех в жизни разный. Поэтому я думаю, что где-то минимум 1,5-2 часа в день, вот, можете не обязательно одновременно, там, утром, вечером, днем, там, как-то раскидать, когда у вас там время появляется. Вот, и самое главное здесь... Первое, это работа с бумажными выкройками. Почему? Потому что вы выкройки эти отксерите, размножите и будете делать один в один, смотреть, в каком порядке это вгибается. То есть вам нужно без выкроек уже, то, что вы увидите, сделать самому. Вот это критерий того, что вы знание, да, то есть у вас есть знание. Умение нарабатывается, нужно не менее 10 раз это сделать. Вы, если 10 раз этот свес под 45 градусов или полукруг сделаете, 10 раз, а потом самостоятельно, без всяких подсказок, без выкроек сделаете то же самое, тогда вы получили умение. Умение. Навык – это друг, это третья ступень. То есть трехступенчато. Знание, умение и навык. А навык вы уже будете получать, практикуясь на крыше уже. Там уже навык. Причем он вырабатывается, этот навык потом переходит в опыт. А так 2 месяца длится обучение. В среднем. Ну, кому-то может и за 1,5, кому-то за месяц. У меня вот учился офлайн, правда, он бывший токарь, вот, ну просто золотые руки, слушайте, он
еще, ну что не объяснишь, схватывает. На лету он за месяц освоил. Работает сейчас, благодарит, спасибо, Александр Васильевич. Такая специальность. Ну, зашла тема, понимаете. Какие могут... А вот дополнительные вложения. Хороший вопрос. Многие задают по дополнительным вложениям. Не секрет, что дополнительное вложение это будет кровельный инструмент. Вот кровельный инструмент, минимальный кровельный инструмент, который нужно будет купить. Ну, я могу и сейчас сказать, это обязательно надо купить клещи под 45 градусов, кровельную киянку. Клещи кровельные стоят приблизительно 2500, киянка полиуретановая, по-моему, где-то 1000-1200. Ну, ножницы хотя бы универсальные ножницы и подрезные. Вот эти два типа ножниц обязательно надо купить. Вот, ну и косяк. Вот самое первое необходимое, что нужно купить. Ну, это где-то по сегодняшним ценам тоже, я считаю, небольшие вложения. Это около 10 тысяч. Ну, смотря по какой цене вы будете где покупать. Если вы будете покупать и спросите у меня, где купить, я вам посоветую, и вам там дадут хорошую скидку. Вот, потому что вы будете не по одному покупать, аж по одному дорого, а в комплекте вам очень хорошую дадут скидку. Поэтому вот дополнительное вложение это только вот пока на инструмент. Ну, если вы, например, возьмете, да, такое бывает, к сожалению, поймете, что это не для вас, это вы, это все как бы... Ну, я вам так скажу, что если вы купили оптимальный и премиум, тогда да, тогда деньги я возвращаю 100%. Но если вы купили базовый и через месяц позанимались, такая хитрость будет, что позанимались, да, все хорошо, понятно, и возвратили, я вам должен возвратить через месяц за... оплату за обучение. Вот. Дело все в том, что по базовому курсу я возврат не делаю, потому что базовый курс, это вы решаете сразу, нужно вам или нет. Единственное, что я могу сказать, я, конечно, буду тщательно смотреть, что за человек, если вы действительно школьник, и вы, действительно, там, я не знаю, какая-то уважительная причина даже, ну, я даже пока не вижу. Но базовый курс, если вы со скидкой купите, то это небольшие деньги, я считаю, что они не такие катастрофически большие деньги, чтобы их возвращать. Но 90% как бы, я не вижу причины, если вы базовый курс купили, возвращать. 10% на всякий форс-мажор, не исключаю, деньги возвращать. Ну вот хороший вопрос. Если нет всей суммы на выбранный комплект? Ну, ребята, сейчас, в настоящее время, есть всякие кредиты, есть возможность занять у кого-то. Попробуйте занять. Но в крайнем случае, конечно, если вы, супер, прям какой-то вот случай, прям надо помочь, вижу, человек горит, и половина только есть этой суммы, ну, конечно, будем решать индивидуально. Будем индивидуально решать, скосим, допустим, не всю сумму, а сколько сможете, 50% хотя бы минимум, но надо заплатить, это будет по-божески, по-человечески. Ну, если вы захотите на комплект дороже, можно перейти, конечно. Если вы купили базовый, хотите, например, на премиум, поняли, что это ваше, можно, но я говорю, пока коронакризис, поэтому еще, я не могу сказать. Давайте будем наблюдать. Можно перейти. Ну вот, я уже говорил, вот школьникам хороший вариант. Ну и не только школьникам, можете, например,
Да, базовый. Ну, базовый можете купить, а премиум и, конечно, на троих премиум и оптимальный уже нет. Пожалуйста, базовый, почему нет, можете втроем, четвером покупать, если вы школьник. Или если у вас мало денег, вы молодой рабочий. Пожалуйста. Ну и если вопросов больше нет, но я вижу, что вопросы часто задаваемые, я уже на все ответил. Поэтому на этом будем заканчивать. Спасибо, что уделили время. Если какие-то вопросы будут возникать, обращайтесь. Все координаты данные я вам озвучил, показал. До скорых встреч в занятиях. Спасибо.